Ребятушки, всем привет! Срочно, срочно до 20 марта. Данный циферблат от Томаса, Венская студия, бесплатно в Galaxy Store. Это для часов на Tizen, начиная от версии Galaxy Watch 3 и пошли ниже до Gear S2. Так что, ребята, качайте. Вот так выглядит режим AOT или экран всегда включен. Вот так. А теперь давайте посмотрим, как это все у нас выглядит на самом деле. Вот такой вот, вот интересный гибридный циферблат. Смотрите, как всегда, с G-эффектом, с эффектом G-сенсора. Дальше изменение цвета. Здесь вот давим, пожалуйста. Меняются цвета у нас. Цветов куча. Даже есть Garnier, да, разные цвета. Сейчас мы дойдем вот до них. Прикольненькие цвета. Есть у нас, здесь у нас и пульс, и заряд батареи. День недели, число месяца, шаги. Стрелочка идет как на механических часах. Естественно, топ-зоны, как вы видели, да. Одна я там нажимал уже, что у нас погодка там всплыла. Али что? Вот здесь они, кстати, настраиваются, топ-зоны. Смотрите, нажали, она пустая, просто открывается, выберите, что хотите. Все, теперь у вас будет здесь будильник всплывать. Для того, чтобы это поменять, два раза нажали, тапнули и по новой можете выбрать то, что хотите. Успевайте, качайте. Циферблат действительно прикольный. Канал SmartWatch, подписывайся.